Это Лиза. Она совершенно не заботилась о Лесе, пока кое-что не случилось по ее вине. Лиза выкинула пластиковую бутылку. Солнечные лучи воздействовали на нее в течение нескольких часов, из-за чего бутылка стала выделять токсичные вещества. Бутылка загорелась, а с ней Лес. Теперь Лиза заботится об экологии и не выкидывает мусор, где попало, а утилизирует. Давайте заботиться об экологии нашей планеты вместе.